когда-то давно покупала вот такую вот сковороду, и она у меня лежала, не использовалась. Тут я решила попробовать. Девочки, ужасная сковородка. Я очень разочарована этой фирмой. Сейчас ожарю блинчики, но от нее ожидала большего. Уже нажарила. Туда скидываю собакам, которые у меня не удались. Что-то мы уже Таня 2 недели не можем вылечить насморк. Выписали нам какие-то другие капли. Сейчас приехала в аптеку за капельками. Приехала в транспортную компанию. Можно мне получить груз? Я почему-то с деловыми линиями не работаю. Я даже не помню почему, но почему-то нет. Сейчас пришла с паспортом получить. Мне говорят, нет, вам надо код какой-то. А мне смс-ка никакая не приходила. А говорят, что вам вчера отправили смс. Не знаю, что буду получать. Вот дали мне коробку все-таки. Ой, сейчас я допру машину. Все, едем мы домой. Потихонечку, помаленечку. Такая погода сегодня классная. Солнышко светит. Супер. Такой вот у нас тут багажник полный всего. Вот это вот я получила в деловых линиях. Это мы то, что на почте получили. Купили ящик клубники, 1000 рублей у нас стоит. Орешки. Картошка по 25 рублей вот здесь взяла. Здесь сколько получается? 12 килограмм. И перец. Сегодня хочу вот сделать фаршированный перчик. Девчонки тут играют. Надюш, ты сейчас сломаешь эту кроватку. Не надо ее ломать. Это только для куколок. Понимаешь? Давай вылази и больше туда не залази. Вы просто сломаете. Мам, смотри, что я сделала. Я сделала Дедушка Мороз, так. А с другой стороны сердечко. Дедушка Мороз, я... Мороз, ты, наверное, не туда. Мороз, дедушка, ну, хочу, да? Так, и что ты здесь хочешь, рассказывай. Мама. Вот я хочу юбку, так. Вот такую вот денежку, да, там в школу только... Юра. Ну, цепень какую-нибудь, ручку, это этот блокнот, а вот это фейерверк. Чтоб мы запустили эти. Ты салют хочешь на Новый год? А дальше что еще? Вот этот цветок я хочу. Ну, цветы на Новый год. Чтоб у нас на столе стояли какие-нибудь. Цветы? Вот это шоколадка, а вот это вот, чтоб у нас всегда падала звездочка на небе. Чтоб ты загадывала желание? Вот это посылка, чтобы нам всегда-всегда присылали много посылок всяких с конфетами. Конфеты не смогла. Много посылок присылали. Евровалюта, да? Евровалюта. Пап, это она 50 рублей, говорит, в школу хочет. Роман отрезала линолеум, это в комнату пойдет. И вот это тоже в комнату в другую пойдет. Это домик, это игрушечный. Игрушечный, да. А деткам положим сюда новый ламинат. Счастливы будут? Да, классно. Дедушка, не ходи, пока не наступай, я тут гвоздики вытаскиваю. А ты что, пальцы не поранить? Лид, дочь, вам бы тут это, или рядом с мамой, или рядом с папой накрутиться. Ага. Дочь, ты что там играешь? Диан, ты не надо белые бантики. Давай снимай, а где обычные резинки? Давай заплетем обычные резинки. А это две, это в школу бантики убрать надо. Ты кушала апельсинку? Она сколько там умывалась? Не знаю, что она там умывалась. А, Лидуся, что ты там делала? Зубки чистила, наверное? Нет,
мусорку опять поднимаю. Все выбрасывает, товарищ. Хочу вам показать посылочки, которые мы получили на почте. И еще их не открывали. А где ножнички? Давай, Диана, откроем. Я сейчас включу свет. Кого? Дам же посылки, поэтому лучше взять ножнички. Вот это. Что там? Это, наверное, туфельки для Дианки. О, туфельки. Нет, это на праздник, на Новый год, Диан. Оп. Тут что у нас? Вак. Ой, какая красота. Что-то я боюсь, что небольшие те будут. 31, да, больше надо 30 заказывать. Ну, потом-то закажем 30. Чуть-чуть большие, вот. Ну, я тебе говорю, потому что тебе 30 нужен был размер. 30 нужен. Ну, как поменять? Ты же с Китая пришли. Ну, эти подрастет ножка, а потом будешь, может быть, на 8 марта или на следующий. А мы-то тебе другие закажем, ладно? Ну, очень красивые. Очень красивые. Здесь как очень мягкая такая подошва. Потому что очень часто вот такие красивые туфельки, у них пластиковая подошва, а здесь такая хорошая резиновая, каучуковая. Нет у тебя таких туфелек? Вот здесь хорошо пришел, да? То вот здесь, смотрите, помялся. И достаточно так не очень хорошо смотрится, но в целом туфли потрясные. Здесь вот кабинет. Тебе тоже надо, да, такие? Да, я поняла тебя. Да, что такое, Лидусь? Принеси тряпочку, вытри, пожалуйста. Вытри, пожалуйста. Чем что ты сюда уже положила? О, глянь, здесь даже еще и подбоечки запасные. Молодцы, классные туфли. Мне понравились. Они очень даже красивые. Очень. Так, давай открываем. Там бегуночек вот внизу, смотри. Вот бегуночек, открывай. И тут еще что-то. Яйца. Ну, вот. Мама. Мама. Это для Артема. Штаны пришли. Что-то мне кажется, они для него короткие будут. Почему-то мне так кажется. Хотя 140 заказывала. Сейчас приедет, он у нас еще в школе. Да, приедет, сейчас попросим, он померяет. Но мне кажется, ему очень понравится. Такие современные, с карманами, с этими ленточками модненькими. Так, сейчас, подожди, ну надо здесь же Диан убрать все сначала со стола, а потом уже что-то открывать. Что? Это для Ляли. Такое красивое, красивое платье. Да. Тятя, да, какое? Ну-ка, как здесь сделано? Ну, клевенько какое. Какое классное. Здесь я толстенькая. Нет у тебя. Чему шлетки? Ну, может быть, даже... Это сейчас посмотрим, какой рост. Что-то я не помню, кому я это. XL. Кому заказывала? Может, даже и Лидия подойдет? Лид, ты как думаешь? Как кофточку поносишь? Точно не подойдет? Ну все, давай, хорошо упаковывай. Сейчас придет Артем, попросим его померить вот эти штаны. Так прикольно. Это вещи с Нью Чика пришли. Да, Лидусь? Классные какие, да? Мама детишкам заказала. Красивые. Да. Лиде ничего не пришло. Но потом придет из тебе что-нибудь, ладно? Лида, так тебе тоже кое-что пришло. Да? А что ей пришло? А ей же игрушки. Игрушки ей пришли? И большой коробок. А, там, да, игрушечки сейчас. Там вообще классные. Там Светик прислала. Чего ты там? А это с декором приходила штука. Детишкам нравится, только массаж прикольный. Да? Прикольно. Прям стоять прикольно. Прикольно, да, стоять? Не чувствуется боли. Вот, там вот пакет еще какой-то упал. Да, это Диан. Рычуха моя. Вот что?
Ритюха моя! Ритюха! Я! Всегда я тебя! Да! Сегодня? Сегодня? Не надо свежее нас сделать. Конечно, тебе свежего сделаю. Да напить, вон, наверное, водичку хочет. Да. Так, да, это ты убираешь. Смотри, давай пакеты сразу выбросим. Диан, вон валяется пакет, вон. И вот здесь я сейчас возле холодильника подниму. О, Лидусян, Лидусь, а ты здесь что разлила? Ты там что разлила такое? Вот это. Это что такое разлила ты? А? Я. Не ты? А кто? Я не разливала. А кто? Так, давай швабру набрать, вытирать. Поможешь, выбросишь. Я говорю, тут швабра стоит на готове. Вторая посылочка у нас идет по плану. Опа-на. Так, целый вот день. Помыл, пошел дальше. Вот это пришли шторы. Мама. Да, но ремонт еще не сделали, мама. Поэтому... Так, посмотрим сейчас, как, что там за шторы пришли. Лид, что ты там туда полезла? А? Ну, что там тебе? Не надо там ничего брать, пожалуйста. Ну, видишь, тут Диана помогает. Я говорю, да, ножницы было принести. Она не принесла ножницы. А потом куда мы положим, Диана? Мы с тобой так неаккуратно порвали. А видишь, там пока еще рано. Так, первое пришло. Это фототюль. Вот такая. Я ее хочу в детскую. То есть будут белые стены. И вот такая яркая насыщенная тюль. К тюле у нас должны быть... Подожди-ка. Две шторы. Вот такого плана. Потому что здесь такой цвет. И вот здесь. А вот эти шторы мы... Да, это и есть к тебе. Это же ты заказывала к себе. Мама. Тебе мама. Вот такие вот. Мама. Здесь две штуки. 145 и высота 260. Но я думала, что это тюль будет. Они такие красивые, прям шторы. Лиду, что ты на стол залезла? А это к ним в комнату. Слушай, ну вот это стоит очень дешево. 1900. Это вообще невероятно. Я вам очень-очень советую. За 1900 это очень круто. Да, Лид? Такая сумочка. Класс. Класс, мне очень. Вот это очень классно. Вот эти, конечно, не знаю. Посмотрим, как оно будет смотреться. Но пока не могу вам показать. Повесим и потом покажу. А. Да, сейчас еще одну посылку откроем. Посмотрим, что там. Хорошо? А там игрушки. Тебе, да. А когда мы планировали покупать попугая, меня смущало его внешний вид, и его очень дешево продавали. Я ей написала, говорю, так и так, свет. И она мне очень быстро написала огромное письмо, все подробно расписала. И я-то рассказала, сделала такую ей, не знаю, как-то рекламу, интеграцию. И посоветовала вам ее канал. Она, я, естественно, ей об этом не говорила. Она потом случайно посмотрела, и она говорит, Оксана, я не ожидала, во-первых. Мне, говорит, так приятно. И она увлекается игрушечками. А, там они вон открывают. А, я сейчас все открою вам. Не надо, мам, я сейчас здесь бумажечку. Какие же интересные здесь. Да. И она говорит, Оксан, мне, говорит, так приятно, говорит, что ты поблагодарила. И она говорит, я вам отправлю вязаные ручные работы игрушки. Я говорю, ничего себе. Ну-ка, покажи, покажи. Ой, какая милота. О, какая прелесть. Лидусь, аккуратненько, дочь. Ну ты какие красивые. Офигеть, да? Какая милота. Здорово как. Классно, да, кот? Ага. Ой, вообще. Ой, классно как. Интересно, это для красоты или это носить можно? Наверное, носить. А нет, два. Наверное, носить можно. Вот, да. Круто, даже Артему подойдет. Классно, да? Да.
Мимишечка какая. И она говорит, мы с ней когда разговаривали, она говорит, Оксан, мне на выставку, говорит, не хватит, говорит, я, говорит, вам отправлю. Ой, папа. Какие классные. Ух ты! С ума сойти, какая прелесть. Класс, да? Здорово. Свет, ты такая молодец. Супер. Какие красивые. Смотри, какой красивый. Миньончик, класс. А эти такие приятные на ощупь. Вообще супер-супер. Да, Лидусь? Смотри, какие супер-супер. Вот люди с золотыми руками. Да? Смотри. Игольница. А. Класс, да? Сумочка у тебя теперь есть. А, мам, смотри. Ой, какая прелесть. Какой милоток. Какие ресницы. Мама, это же из мультика. Смешарики, да? Какие Ой, приятные они на ощупь. Смотри. Мама, два смешарика. Что? Два? Один побольше, другой поменьше, да? Мама. Нет, они один побольше, другой поменьше. А это кто, кот, что ли? Смотри. Смотри, какой красивый, Лидусь. Можно теперь придумать какую-то сказку. И у нас будут животные приходить в гости. Мы будем пить, поить чаем. Какая прелесть. Ничего себе. Прелесть какая. Ой, какая прелесть. Мы ему даже найдем место где-нибудь здесь. Вот. Да? Пока я его посажу вот сюда. Пускай тут парень сидит. А потом на цветок оттуда уберу. Посажу его туда. Вот у нас... Какой? Ух ты! А это кто? А, я не знаю. О, какой офигенный кот! Это вообще бомба! Офигеть! Офигеть! Света, это вообще прикол! Смотри! Класс! Здорово, да? Да. Ох, ничего себе! Глянь, какой кот! Да не, мам, будто бы купили вообще. Да, здорово. Знаешь, как она красиво умеет делать? Мама! А, это слон! Да. Классный? Да. Классный. Новый слон. Он тоже, скажи, я тоже хочу поучаствовать. Деночка, подними, вон пакеты упали. Ой, нет, пакетики упали. Ой. Да, там он что-то еще. Вон, смотри, зайка упал, Лидусь. Какие прелести, а? Здорово, как здорово, какая прелесть. Свет, огромное тебе спасибо. Огромнейшее спасибо. Это так, так мило, так круто. Но можно вообще, мне кажется, коробку эту убрать, наверное. Ой, вообще. Вообще, все красиво. Мама, смотри. Вот бы еще мне на шею повесить, это было бы вообще. Классно, да, какое сердечко? Здорово как. Ну-ка. А, миньоны, смотри, тоже их два. А-а-а. Так, здесь и глазик вывязан. А-а-а. Класс. Мам, а-а-а. Мне кажется, здесь всего по две игрушки. Супер, как здорово. Мама. А вот какая семья, смотри. Мама, папа и мама. Ребеночек. Смотрите, семья какая. Мама. А здесь, наверное, еще там сестренка или братик. Ой, смотри, какая большая семья. Они из одних ниток связаны, здорово. И они теперь будут ходить друг к другу в гости. А? Почему? Он тоже, он просто приемный. Он просто, да, просто приемный. Его мама другая. Их три. А там у тебя своя семья будет, да? Да. Мама, папа и ребенок. А у меня будет своя семья. У тебя будет своя? У тебя смайлики? Нет. Ну-ка. Какие клевые. Мама! М-м-м. Вот это будет. Очень красиво. Ребенок. Mm-hmm. Здорово. Спасибо тебе Здорово. Большое. Тоже куда бы такого приставить? Красавца. Мама! А, на подумать. О, а. Да, здорово, да, как? Класс, спасибо тебе большое, Светулька. Все, у меня семья. Папа, мама, дочка. Вообще, а ну-ка, это, да, стоит тоже классненько, да, это желтенькая? Какие тут у нее интересные реснички сделаны. Здорово как. Дочь, смотри, какая игрушка. Тань,
Смотри, какая игрушка, у дочь. У нее только нету семьи, у всех есть семья. Хотя у всех есть семья, у нее нет семьи. А может быть, это она миньонов мама? Нет. Ну, она такая мама у них, и двое детей у них. Папа. Папа. Да. Семья точно здесь получится? Нет, мама. А. Папа. Здесь и мама, и папа есть, и ребенок, да? Да. М-м-м. Как же кошечка, она, наверное, еще не нашла себе пару. Угу. Да? И кролик. Да, здорово, какая красотень. Мама. М-м. Ну это прям подкидывается очень хорошо. Здорово. Какие интересные эти игрушки. Здорово. Класс. Мама. А. Кот какой, да, угарный? Да. Вообще класс. Вот, да. Такой кот, как сосиска. Сосиска. Класс. Да, не. Ты это, что-то у меня опять лицо, у тебя надо идти умывать. Опа. О. Вот так вот сместим. Ой. Ну и ладно. Тогда мы кого-нибудь другого сместим. Посади назад кота, пускай там сидит на диване. Или вот сюда, его на эту сторону посади, чтобы он гармонично смотрелся. Там будет сидеть и здесь. Да. Какая сосиска. Вторая большая игрушка. Да. Мама! Лапочка. Да. Мама, грибок. А может быть туда бабу посадите? Все. Ой. Опа. Аккуратно, Диана, это не игрушка. Давай его куда-то, это он у нас как будет... Такой талисман нашей семьи. Красивый. Давай. Что? Это же домовенок. Я думаю, это баба. Нет, это баба домовенок. Нет, это домовенок. Дай ко мне его. Я сейчас стоит. Такая, видишь, типа, она добро, говорит, я несу добро. Ну, подумаем. Вот на кухне здесь оно, это жир все равно летит. Надо будет потом... Сейчас в детской сделаем ремонт и поставим там красиво будет. Да. Да, поставим красиво будет. Вот это будет талисман нашей семьи. Да, оп. Спать буду. Свет, спасибо огромное. Какие труды. Очень приятно. Спасибо тебе большое. А вот мы придумаем какие-нибудь интересные ролевые игры. И будем играть. То есть с детками тут есть семья вот такая, несколько семей, они смогут ходить друг к другу в гости, и будет интересно. Сделаем им домик, и вот такую вот классную идею ты нам подала. Ты кукольный дом купишь, и мы туда посадим всех жителей? Нет, наверное, я так подумала, что-то там. Я сначала думала на Новый год им домик купить, такой большой кукольный. Он, конечно, ну, очень дорого стоит, поэтому, наверное, не в этот раз. А что это на Новый год? Посмотрим. Чего ты? Кстати, ты отправила мое письмо? Да, отправила. Мама, угу. А через сколько дней? Так, пойдем, на руки тебя возьму. Вставай. Мама, а через давай. Сколько будет? Вставай, мой шлетки. Так, что? Тебе надо было здесь что-нибудь взять, да? То есть ты не могла, ну бери мама. Что-нибудь. Бери. Мама. Что ты хотела, посмотри. Мама. Садись на диван. Мама. Я тебе сейчас игрушки сюда подам. Тань, на. Мама. Тань. Таня, мама. На, мама тебе положила игрушечки. Давай, Таня, да. Ну пускай поиграет, ну не жадничай, Лид. А, вот на. Это будет... Мама. Любовь в семье. Мама. Да? А. О, ты вся с сумками, вся такая модная, Лид. Вся такая моднявая девочка ты. Все, и вот хозяйка, самое главное. Давай. Ой, ну извини, пожалуйста. Ну просто ляля сейчас бы упала. Лид, не отбирай у нее, пускай она немножко поиграет, ладно? Посмотри, какие большие эти. Классные, да? Да. Вообще они большие, вот эти бровки. Никак и не говори. Это папа, дочка и сыночка. Угу.
Моя. Таня уже залезла на стол. Какой-то караул. Сейчас залезла на диван и залезла на стол. Красотка. Вот этот танк снять. Мама. Да, танк не показали. Мама. Угу. Классно, да? Мама. Да, да. Классно. И шапочку классно. Взяла. Так темно, хотя время. А здесь тебя часы спешат, что на 20 минут. Даже 7 часов еще нет. А Диан, а закрой это шторку, пожалуйста.